прошедшие выходные Москва встречала спортсменов-курсантов, триумфально выступивших на вторых всемирных кадетских играх в Эквадоре. Эти представительные соревнования проходили под эгидой Международного совета военного спорта СИЗМ. В течение 5 дней курсанты высших военных учебных заведений из 24 стран мира сражались в ловкости, скорости и смелости. Им предстояло выявить сильнейших в 6 дисциплинах – плавании, стрельбе, военном пятиборье, волейболе, спортивном ориентировании и легкой атлетике. Все эти 5 дней мы болели за наших ребят. Результат превзошел все ожидания. Сборная России уверенно победила в общекомандном зачете, завоевав 40 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей. Мы все выступили достаточно хорошо, прям показали все, что могли. Прям вообще в шоу, да, хорошо выступили вообще. Конечно, столь высокий результат наша команда не смогла бы показать без тщательно разработанной программы подготовки к предстоящим играм. Достаточно хорошо готовились, достаточно долго готовились к этому, готовились, планово готовились, зная сильные и слабые стороны соперника, изучили местность заранее. Изучили все правила соревнований, постарались смоделировать будущее соревнование. Очень сильно готовились, и в том числе в момент физически. Соперники аналогично подготовили очень сильно команду. Борьба была упорнейшая практически до последнего шага. Золотой дождь, обрушившийся на нашу команду, во многом связан с блестящим выступлением пловцов и легкоатлетов. Девочки действительно, российские девушки отличились не только в легкой атлетике, но и в плавании. Но особенно, мне кажется, так я сама участвую в легкой атлетике. Практически все золотые медали были наши. На таких дистанциях 200 метров, 400, 700, 1500 метров. Не было нам равных. Эквадорские газеты писали об особой атмосфере, царившей в нашей команде, о высоком спортивном духе и патриотизме, которые помогали российским спортсменам добиваться ярких побед. Старался поддерживать всех, все виды спорта, старался всем рядом. Мы приходили, как легкоатлетика закончилась, все приходили на плавание. Закончилось плавание, все приходили на стрельбу. Все виды, которые были в нашем городе, старались. Все спортсмены старались посещать, поддерживать. И болели, и показали, что Россия, она сплоченная, а та команда единая целая. После прибытия на родину курсанты отправились в свои вузы, где продолжат обучение. Это военный институт физической культуры и военная академия связи в Санкт-Петербурге, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, расположенный в городе Вольске филиал военной академии материально-технического обеспечения, столичный военный университет Министерства обороны России. А нам только остается пожелать курсантам успеха в учебе и новых побед в спортивных баталиях.